цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая главная покупка, самая выгодная покупка. Но, Оля, давайте-ка я обращусь сейчас к статистике. Эта наука – вещь упрямая. Дело в том, что более 50 миллионов женщин-россиян и мы, мужчины, страдают варикозом. Ну, вселенская несправедливость, Олочка, согласись, пожалуйста. Но ноги опухают, ноги отекают, хочется носить короткие юбки, но это просто невозможно сделать. И знай, Оля, вот я вижу у тебя отекшие ноги, ты жалуешься всегда каблуки. Знаете, отекшие ноги – это первый звоночек, что пришел варикоз, надо себе помогать. Итак, друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию главное предложение – это антиварикозные гольфы. Целых 8 пар в комплекте. Два цвета на выбор. У нас есть черный цвет, у нас есть, посмотрите, бежевый цвет. 900 рублей сегодня вы экономите на целом комплекте для вашего здоровья, для здоровья ваших ног. Итак, друзья, сегодня для вас действует самая выгодная цена. Это здоровье ваших ног. Знаете, у меня еще пока что нет варикоза, но ножки у меня уже отекают. Верно. И знаете, вот когда вот мы с вами вели нашу первую передачу, я потом пришла домой, разделась, ну и колготки сняла, я имею в виду, подошла к зеркалу, внимательно рассмотрела свои ноги. У меня там все-таки уже маленькие звездочки есть. Отекшесть – это раз, первый признак варикоза. Маленькие звездочки – второй, друзья, звоночек в вашу дверь, что это варикоз. Оля, хорошо, что есть чем себе помочь. Что нужно сделать? Варикоз – это заболевание. Значит, Оля, на вены надо создать компрессию для того, чтобы разогнать излишний застой крови. А что нам дает компрессию? Давайте-ка с вами посмотрим. Вот как раз эти компрессионные гольфы. Заметили ключевое слово? Компрессионное. А теперь разбираем с вами, Оля, что дает компрессию. Посмотрите, вот вы видите, вот это особое плетение волокон гольф, правильно расположенное по всей поверхности изделия, дает ту необходимую компрессию на вену, чтобы избавиться от варикозного расширения вен. Ну что ж, друзья, смотрите, какие гольфы, какой здесь правильный рисунок для того, чтобы ваши ножки были здоровыми. А посмотрите, можно приходить домой, как Оля, ты сказала, усталая, и начала обращать внимание, что отекают ноги, и пошли первые сосудистые звездочки. Надевайте прямо с утра антикомпрессионные гольфы, они так и есть с эффектом антиварикоза, они незаметны, а прохожие понимают и ваши знакомые, что это какие-то обычные гольфы, но вы знаете, что они работают, они создают необходимую компрессию для того, чтобы помочь своим венам. Вот сейчас, чтобы не быть голословным, у нас в гостях Анна, которая сейчас демонстрирует вам, как вы носите компрессионные гольфы и какой они дают эффект. Итак, вот больная нога варикозом. Это видно. Это между первой и второй уже стадией варикоза. Да. А что такое вообще варикоз? Давайте расскажем, Василий. Ах, Олечка, это заболевание, это надо четко себе уяснить. Во-первых, то есть это нарушение циркуляции крови. Вот на ваших экранах, друзья, вы видите здоровые вены. Красные стрелки показывают, как кровь грамотно венозная идет вверх, не застаивается, хорошо работает венозный клапан, вена не выпирает. Следующая картинка – варикозные вены. Казалось бы, то же самое, красные стрелки, но они показывают, как идет, Оля, застой крови, а стенка у вены тоненькая. Она не выдерживает повышенного такого давления и начинает выпирать. Вот что такое и есть варикоз. Ага. Понимаешь теперь, Оля? То есть это нарушение оттока варикозной крови. Ага, ну что ж, смотрите, вот сейчас мы видим, да, вот да. Это наш Наташенька, которая тоже страдает варикозом. Вот у нее уже серьезные проблемы начались. Это да? Уже, Оля, вторая и третья стадия варикоза. Я вам сейчас показываю и рассказываю. Посмотрите, вот эта нога без гольфа. Вы видите, как выпирает вена. И посмотрите, нога в гольфе. Вы видите, она даже меньше в объеме. Потому это визуально все видно, потому что она надета в гольфе, идет компрессия, излишняя жидкость тоже убирается, еще и прекрасный лимфодренаж. Вот это вторая, третья стадия варикоза сейчас у нас на Наталье. Вена выпирает, и есть отечность. Нам с вами нужно убрать эту, видите, объем вам показываю больше, а вот здесь уже все поменьше идет.
То есть хорошо, венозная кровь не застаивается, идет вверх, снимаются отеки. Василий, вот вы все время говорите компрессия, компрессия. Что вообще такое компрессия? Не устану повторять это ключевое слово компрессия. Так. Для того, чтобы избавиться от варикоза, нужно создать компрессию на вену. А создаем компрессию, и кровь идет вверх. Только подумайте, мы пережали ее грамотно, но дискомфорта вы не чувствуете. И, Оля, варикоз – это больно. Гольфы дают обезболивающий эффект. Раз. Улучшается работа сосудов, что нам нужно с вами сделать. Два. И восстанавливается эстетический вид вены. Это три. Вена не выпирает. Это заметно все. Вы увидите. Ну что ж, дорогие телезрители, сегодня скажем варикозу «стоп». Понятное дело, что если вы приобретете вот эти гольфы, у вас сразу, по мгновению, не пройдут вены, безусловно, но облегчить ваше самочувствие, улучшить состояние ног мы вам обещаем. Итак, сегодня антиварикозные гольфы. Два цвета на выбор. Есть у нас бежевый цвет и черный цвет на выбор. Бежевый цвет лидирующую позицию всегда занимает на нашем телеканале, поэтому сразу хочу сказать, бежевый цвет в ограниченной партии. Но самое главное сегодня, это самая выгодная покупка. Сегодня действует максимальная скидка. 900 рублей вы экономите, и за 1299 рублей вы приобретаете свое здоровье в количестве 8 пар. 8 пар в комплекте. Кстати, не забудьте про бесплатную доставку. Она сегодня действует от 3990 рублей. А так, вот Анночка. У нас в гостях Анна. Mm-hmm. Пожалуйста, здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Много мы говорим, я много говорю. Расскажите свою историю про варикоз, пожалуйста. Дело в том, что у меня эта проблема уже несколько лет. Она началась после родов. В чем она выражается? В том, что чувствуешь тяжесть в ногах все время. Так. Несколько лет назад я приобрела гольфы от варикоза. Но дело в том, что они были довольно толстые. И я могла в них только ходить для дома. Для домашнего применения, да, есть только такие. Ходить так. Дома. Ни в магазин выйти, ни с ребенком погулять. И недавно подруга мне рассказала о том, что есть такие гольфы, которые можно надеть и под юбку, и под брюки. Это очень удобно. Пойти в магазин по своим делам, погулять с ребенком. Я очень рада. Но эффект тот же домашний и этих гольф, тот же самый чувствуете, Анна? Эффект точно такой же. Эффект точно такой же. Правильный, грамотный выбор. Не только для домашнего применения антиварикоза, но и для свободного передвижения. Василий, а как правильно надевать гольфы в домашних условиях? Может, будут какие-то рекомендации? Проснулись сразу с утра, надели, как обычные гольфы, натянули их. Резинка, кстати, нигде не пережимает. Любимую обувь надели и пошли заниматься своими делами. Идете по парку и не замечаете этих гольф на себе, они не сдавливают, но компрессионный эффект великолепный, делает свое дело. Ну что ж, напомню, что сегодня это главное предложение дня. Главное предложение дня, которое заботится о здоровье ваших ножек. 1299 рублей, скидка 900 рублей. В комплекте вы получаете сразу 8 пар, либо черного, либо бежевого цвета. Звоните.